Бураны, которые не смогли связаться с Фаруком, начали всерьез волноваться. Эсма подозревает Адема. Через некоторое время они звонят в полицию, и те находят бумажник Фарука. А Адем, чтобы очистить свое имя, связывается со старыми знакомыми, чтобы те нашли Фарука. Эсма просит Акифа передать полиции досье, которое собрал Фарук на Адема. Время проходит, а Сюрея уже паникует, и больше всего ее в этот момент поддерживает госпожа Эсма. Она попросит Сюрею называть ее мамой, чем удивит всех окружающих. Тревожное ожидание заканчивается, когда приходит весть от неожиданного человека. Но правдива ли эта информация? Фарук жив?